Сегодня у нас в программе «Из бомжа в короля» вторая часть. Сори, то, что первую не выпустила как надо. Вы набрали 30 лайков. Я должен был, по сути, на следующий день уже выпускать. Давайте я задам вам планочку чуть-чуть побольше. Если под этим роликом вы набираете снова 30 лайков, то, пожалуй, следующая часть выйдет уже послезавтра. Ну, то есть, если вам нравится, то вы поставите и сделайте то, что нужно. Сегодня у нас Ташаев уже должен быть прокачан до 76 рейтинга. Сегодня намного интереснее, мы играем в лиге. Кстати, вступайте в нашу лигу. Лига называется «Дядя FIFA Mobile». Именно все правильно должны списать и написать, чтобы было идеально. Просто нам подогнали монетки, опыт. Ставим Ташаева и просто всех уничтожаем. Вот прямо сейчас мы ставим его. Вот. Надеюсь, Ташаев просто будет всех уничтожать. Играем с Флойдксом, Арсенал Тула. Это не Вагер, не подумайте. Просто так собираем матч за Ташаева. Попробуем все, что нужно, потому что вис-атака мне не нравится. Я решил немного видоизменить правила, и вы именно тоже можете стать администратором этой рубрики, изменять правила этой рубрики, писать в комментариях, и я буду это все читать, и, возможно, даже применю в уровне. Ну, понял. Просто все сразу выносим этот мяч, потому что эта фигня делается наподобие вис-атаки, и ищем сразу же нашего Сашу Ташаева. Вот Ташаев мог дать голевую. Накатываем на Ташаева, Ташаев первым же касанием практически бьет, это первый опыт. Где Ташаев? Ищем Ташаева. Вот Ташаев. Ай, блин. Почему нападающий Ташаев бегает, блин, в центре поля, он должен бегать в атаке. Офсайд, Карл, офсайд, Карл. Опять офсайд, Ташаев, что ты в офсайд каждый раз попадаешь? У нас вообще ничего не получается, я не знаю, что делать. Макелеле, передача Агуэра, давайте хотя бы просто начнем забивать, а потом уже играть на Ташаева. Дубль Ташаева. Еще один момент у Ташаева. Гол. Третий просто за 20 минут. Это неплохо, пацаны. Макелеле, ты у меня... Хорош. 4, 5 точнее уже. Ташаев. Мы ни с кем мячом не будем делиться, мы сами справимся, сами пробьем и забьем. Бабел, новичок нашей команды, Ташаев. По тебя. И с левой просто ударь. С левой ножки 7-0, просто без шансов, пацаны. Просто уничтожаем Флойдекса, да. Бабел на пустые, Агуэра, гол, 9-й. А это 8-й. Ташаев, вот Ташаев, просто забить. Блин, ну за голевую тоже нам какие-то плюсики дадут, так что... С пятки на пятку. С пятки на пятку. С пятки на пятку. С левой ножки. Просто делаем десятку. Агуэра. Ташаеву. В касание. Гол. Просто без шансов. Просто Ташаев. Малорик. Убийственный просто Ташаев. Просто что он творит? Каждый момент его просто, пацаны. Не давайте ему мяч. Он просто хорош. Сейф вратаря. Я думал, это баночка. Думал, гол. Наивный, а наивный. Ферди. Ферди тоже был сегодня забить. Агуэра. Назад на Ташаем и Келли Лисы. Минуту добавил, и можно разыграть с Ташаем, и там уже решить, что мне делать. С пятки на пятку. И Ташаев в касание. Матч закончился. 13-0 без шансов. Ташаев молодец. 8 голов Александра Ташаева. Это 16 тысяч тренировочного опыта. Плюс победа. Это уже 18 тысяч тренировочного опыта. И плюс он дал 2 голевые. И это 20 тысяч тренировочного опыта за один матч, пацаны. Это сильно. 20 тысяч тренировочного опыта за один матч, пацаны. Сильно-сильно. Давайте так уж и быть. Сыграем против сильного соперника. 95 рейтинг. Это будет наш последний матч на сегодня. Потому что 20 тысяч тренировочного опыта. Щит. Мы должны просто вколачивать. Сегодня, думаю, Ташаев уже будет рейтингом 80 минимум. Надеюсь, в этом матче будет также изи. Но хотя бы более-менее нормально. Вы нас нафиг делаем за Ташаева и просто делаем плюшку. Лиштайнер. Пяткой. Плохо. Макелеле. В разрез. И Агуэра первая банка. Первой банки нет. Даем просто на Ташаева, и Ташаев определится, что ему делать с мячом. Ташаев определится, что ему делать с мячом. Удар по воротам. 1-0 Александр Ташаев. 22 тысячи тренировочного опыта есть. 22 тысячи, пацаны. Агуэра. Серега, Сергунья. Сергунья, Агуэра. Макелеле. Передача. Чуть-чуть. Макелеле снова. Где Ташаев? Где он бегает? Где его носит? Горецко просто 2-0. Без шансов. А где Ташаев, пацаны? Можно, пожалуйста, спросить? Спасибо. Вот Ташаев. Пацан, Ташаев должен бить. Это как минимум голевая. Агуэра, забей, пожалуйста. Агуэра, твой шанс. Вот Ташаев. Просто забей, пожалуйста. Братан, пожалуйста. Сейф вратаря. Я в шоке. Снова Ташаев у Зинченко. Ташаев с левой просто ударь. С левой ножки. Сейф.
Акелеле и Бабел. Эти игроки нам не нужны, чтобы забивали. Нам нужно, чтобы забивал единственный наш герой. Это Саня Ташаев из Спартака, пацаны. Но пока что ничего у нас не получается. И это очень плохо. Агуэра просто четвертая банка вколачивается. Ташаева пока нет офсайда. Пока нет офсайда, доборись за мяч. Ну, пожалуйста. Блин, слишком мало опыта. Я думал, много будет. Надо, чтобы Ташаев забивал. А у нас вообще ничего не делал Ташаев. И до него вообще мяча не доходит. Он просто пару раз мяч получил. Слава богу, хоть в эти пару раз он забил. И все, и больше ничего, он даже за мяч не борется. Ну ладно, Сергунь, я думаю, положишь. Хорош, Серега, 5-0. С учетом того, что я пытался играть на Ташаева, он просто, блин, что-то пинает, ходит. Все, это последний наш шанс, последний момент за Ташаева в этом матче. Ай, блин, чуть-чуть не хватило. В итоге конец, конец. Посчитаем. Того получается плюс победа. И несложная математика, потому что 4000 опыта за этот матч мы получили. Итого 24000 тренировочного опыта мы в него вложим сейчас прямо и заканчиваем этот видеоролик, потому что 24000 тренировочного опыта, пацаны, просто тренировать. И при вас же все честно, все легально. Раз, два, это уже 20. И надо вложить 4000, у нас их нет. А нет, у нас есть 4000. Просто вкладываем в него 4. И все, вот вложили 4000 тренировочного опыта, качаем Ташаева, рейтинг 80, просто бист, пацаны, я не знаю. И за тот ролик мы тоже должны в него вложить опыт, за тот ролик мы получили 7500 тренировочного опыта, вкладываем за тот ролик, просто за тот ролик, это все за тот ролик. И делаем по-честному, Ташаева продолжает быть рейтинг 80, и думаю, в следующей серии мы его прокачаем до 80, как минимум 2. Потому что Ташаев просто без шансов. Наша основная цель — прокачать Ташаева до рейтинга 90. Но просто карточка реально, пацаны, божественная. И я просто думаю, что мы должны просто брать и делать, пацаны. На этом все. Серия про Александра Ташаева заканчивается. Прокачали его до рейтинга 80. Совсем чуть-чуть осталось до 81. И мы уже закончили половину практически за один ролик. Очень много опыта мы получили. Ташаев просто красавчик. Особенно в первом матче. И я думаю, этот ролик вам тоже понравился. Набираем 30 лайков за 2 дня, и выходит следующая часть. На этом все, всем просто, пацаны, пока, я буду уходить красиво.